подключаюсь к вам уже на следующий день, так как уже установили кухонку, я вам могу все досконально показать и рассказать. Мне все очень понравилось, поверхность матовая, сейчас все вы это увидите. И туда иду не только я и жена двоюродного брата, еще и дети, поэтому надо по дороге купить какую-нибудь пиццу из Доминос и напитки. Хотя у меня стола и стульев нету. Кстати, я вам показывала в предыдущем влоге, короче, стол. Кто не смотрел этот мукбанг, расскажу еще раз. Дело в том, что этот стол смотрелся на моей кухне, как будто это просто стол для Барби. Поэтому мы решили его вернуть, как бы, и заказать побольше. Так как у нас пространство есть, поэтому я думаю, что можно заказать нормальный стол. Так как у нас одна комната это спальня, и получается, если к человеку приходят гости, то ему надо приглашать их на кухню. А на кухне должен быть хотя бы более-менее большой стол. Поэтому ничего страшного, переплатим, но лучше будет вещь по душе. Бабушка связала вот такие вот пиниточки. Сейчас я беру крючок, так как она не умеет вязать крючком. И вот здесь по периметру сделаю небольшой стежок. Сейчас покажу вам. Что готово, 15 минут работы, и вот такие вот стежки получились здесь, и работа уже закончена. Готово, можно носить зимой. А кое-кто сидит вот так вот и ждет, пока я закончу. Кстати, он никогда не заходит в бабушкину комнату, когда бабушка здесь, потому что боится. Бабушка его не любит, ругает, а он это чувствует. Вот такой вот у меня сегодня прикид. Взяла пакетик, который просто разрывается. Сейчас нужно пойти купить пиццу. Господи, что у меня с волосами? Я похожа на идиотку. Но зато удобно. Вот сейчас нужно заказать пиццу. До Доминоса идти далеко, если честно. Во дворе есть одна пиццерия. Правда, не знаю, она работает уже или закрылась из-за этого коронавируса чертового. Купила я, значит, пиццу от Доминос и поднимаюсь наверх. Время сколько у нас вам не видно? 19:15. Итак, да-да-да-дам. Прошу любить и жаловать, моя кухонка. Здесь у нас будет стиральная машина, которую я еще не приобрела. Поэтому здесь такое пространство. Понятное дело, что есть некие недочеты. Например, смеситель нужно установить. Но вы уже можете видеть конечный результат. Я безумно рада, что как хорошо, что получилось. И этот фартук нам пришлось снести. Мне кажется, вот так смотрится просто идеально. Правда, вам немного отсвечивает. На самом деле цвет такой прям темно-темно-черный. Под мрамор. Смотрится очень круто. Плиту вы уже видели в одном из влогов. Ручки он сделал просто обалденные. Смотрится супер. Вы знаете, даже вот эти матовые ручки я не выбирала, он сам подобрал на свое усмотрение. Очень понравился мастер, который все это делал. Знаете, так со вкусом. Хотя я даже не учла этот момент, просто сказала, что ручки хочу черные. Но эти просто идеально, они тоже матовые, так же, как и поверхность моей кухни. Здесь мастер сам мне предложил сделать вот такие разъемные ящики, где можно хранить ложки, вилки. Я хозяюшка, еще та полотенце, которое нравится дома, сперла и сразу сюда. Кстати, еще кое-что принесла. Из тарелок кое-что. Куда же я это положила-то? Ну, в общем, все замечательно открывается, закрывается. Я довольна. Вот тарелки у меня здесь лежат. И еще здесь такой механизм, который открывается вверх. И также легко закрывается. Кухня, правда, к сожалению, не до потолка.
Купила мамочке пиццу от Доминос. Посмотрите, какая она аппетитная. Взяла в толстом хлебе. То есть там спрашивают каждый раз, когда вы покупаете, вам на тонком тесте или на толстом. Вот я один раз заказала на тонком. Это просто ужас какой-то был. Такое ощущение было, что просто на лаваш несколько сарделек приклеили. И все. Вот такая система была. Поэтому берите на толстом тесте. Горячая прям пицца. Мам, давай кушать. Здесь у нас виноградик, я еще немного с собой принесла, но уже такое ощущение, что заходишь к себе домой. Тут ко мне пришли гости. Посмотрите, что президент сказал, что ничего не надо. Но мне решили подарить такой чайничек, распаковывать. Короче, тут чайничек, сейчас вам покажу. Надеюсь, он черный. О, прозрачный. Это как у тебя, да? Вау, супер, спасибо большое. Буду использовать, но с удовольствием. Но на этом не все. Мне еще принесли чашечки. Так, сейчас забабахаем чаек. Как раз. Я, кстати, сегодня принесла несколько чашек. И даже не знала, что вы тоже притащите. Спасибо, спасибо, спасибо. А я тут еще что-то видела. Да, это вам. А еще здесь чай. Это пакетики, да, вот как раз. И вот такой вот тортик. Мы будем онлайн мукбанг проводить. И без вас. Завидуйте. Единственный момент, жалко, что отменили стол. Вот сейчас не хватает стола реально, где мы будем это все есть. Будет хороший стол. Да, зато мы решили, что теперь у нас будет цвет столешницы. Да, и большой. Все вместе поместимся. Как же это приятно, на своей кухне первая посуда. Смотрите, какие красивые стаканчики, ну просто вау. Ну чайник, я вам скажу, максимально в тему. Посмотрите, какой огонечек здесь горит. Хозяйка на кухне. Получилось, как интересно была деревенская жизнь. А, да, да, когда начали все бегать. Нет, вообще все интересно, даже обич интересно, это лестница, как ты знаешь вообще. Ну что, я уже дома, и как только я зашла домой, пришел этот красавчик, лег на меня, он скучает, потому что мы сейчас очень много времени проводим на квартире, ему скучно дома, он один, одинок. Я тебя каждый раз тоже буду брать с собой, обещаю. Мы еще в деревню должны поехать, я хочу взять его с собой, но ветеринар сказал, что нужно немножко как бы быть аккуратными, потому что он будет в контакте с другими животными, а они могут быть заражены чем-то, надо быть аккуратнее. Так что бережем нашего красавца. Что касается квартиры, мы посидели, и, блин, это был такой кайф, ребят, сидеть у себя в квартире, пить чай, наливать чай, там на кухне хозяйничать. Красота просто, ей-богу, мне очень нравится так, как получилось. Пишите ваше мнение в комментариях, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю, целую, спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Эка Эмили, всем пока!